На этой картине старинная икона, которую самарский художник Константин Загоскин нашел в далекой Вятской деревне. Обломки святыни валялись рядом с амбаром на берегу реки. Художник забрал икону домой, реставрировать не стал, накрыл стеклом и повесил на стене. А позже написал картину. Эту работу художник представил на своей именной выставке. Главная ее тема – Самара. Когда я сюда стал приезжать, смотреть, наблюдать, ходить по музеям, и краеведению, и художественные музеи, я сразу понял, что здесь есть изюминка вот старого города. В экспозиции 49 работ. Взгляд художника на мир, который считается в этих картинах традиционной. Религия, любовь к малой родине, патриотизм. Основное место отведено облику исторического центра города. В картинах Константина Загоскина Самара меланхоличная, задумчивая, сдержанно яркая. В экспозиции также представлено несколько портретов космонавта Юрия Гагарина и картины, которые так или иначе отсылают к православным канонам. К примеру, на этой в центре изображен известный иконописец Андрей Рублев. Это художник, который построил свой мир. Он основывается на реальных впечатлениях от города Куйбышева, Самары. Такой тихий мир, интеллигентный. То есть от его картины сходит такая тишина. Увидеть эти работы жители города смогут после карантина, когда откроется учреждение культуры. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.